Всем привет, друзья! С вами Неломок, и сегодня мы будем играть Divide by Ship. Эту игру я уже однажды играл, и если вам интересно посмотреть первую часть, то вы найдете ее ссылочку под видео. В чем заключается суть этой игры? Что мы играем... Tiny Build Games, разработчики этой игры. Те же разработчики, что и нашу любимую игру Hello Neighbor, собственно, разрабатывают. Видите, Developed, Bread Team. У них там какая-то своя есть команда. Bread — это хлеб. Хлебная команда. То есть, видимо, подтекст такой, что это та единственная... Ну, не, не единственная, ладно, извините. Это одна из команд Tiny Build, которая приносит хлеб. И реально, деньги, которые приносит игра. Вот, она существует на многих платформах, на iOS, на Android, на, видите, на PC сейчас я играю, на Windows, наверное, и на Mac существует. Ну и суть игры в том, что нам нужно проходить уровни за счет того, что овечек мы делим. Вот, у меня сейчас 7-й уровень, я его еще не играл, не проходил. У нас есть плот, нужно на плот посадить 6 овечек, получается, да? В первую очередь 6, потом 3, потом 2. Плод может за раз унести. И надо это как-то придумать, как это сделать. Вот у нас преграда, сюда я не могу прыгать. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, в принципе, смотрите, вот сюда 2 прыгают. И вот, в принципе, уже 6. Возможно, это верный вариант, а может и нет, я не знаю. А ну-ка. Ну, 6 мы погрузили, отлично. Теперь нужно 3 овечки посадить. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, сюда будем 4. 4 прыгнет сюда. И уже не то. 4 прыгнет сюда, останется. Потом останется 3. Тоже не то. А как же тогда сделать? А, вот еще есть. Надо сейчас 3 овечки. А, у меня тут еще запасные есть. Я про них и забыл, что там сверху овечки есть. Значит, сначала надо мне 3 овцы сделать. Сюда прыгнет, сюда. 3 овцы перепрыгнет. Потом мне нужно 2 посадить овцы. А каким образом сделать 2, я не представляю даже. Я не представляю, как 2 сделать овечки. Пока что... вот сюда у нас останется 4, но мне нужно 3. Хорошо, я могу сделать вот таким образом 3. То есть мы посадим уже, получается, вот так сейчас как нужно. 3 овечки. Все правильно. Теперь нужно 2. А как сделать 2, я не представляю себе. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 прыгнет на пятерку. Одна отсеется. Хорошо. Но мне нужно сделать так, чтобы здесь осталось либо 2, либо чтобы осталось 1, чтобы у меня к этой это прибавилось. То есть 3 единички. 5 прыгнет сюда, у меня останется 3. 3. А как 3 потом? С 3 2 как сделать? Не представляю пока что никак. Хорошо, вот так. У меня есть, к примеру, 4, да? 4 прыгает сюда, у меня 3. Но как с них сделать 2? Как? То есть мне надо как было как-то... Как с них сделать 2? Теперь их 4 стало. Опять 3. А у меня не получается. Сейчас прыгнет 3, и мне это не досчитает. Вот, я неверно. В этот уровень надо переиграть, я считаю. Потому что где-то здесь как-то можно... Как-то можно. Две овечки. Вот эти две овечки, или вот эти две овечки. Надо по-любому сохранить. Значит, как мы будем действовать? Нам нужно эти две овечки туда, чтобы запрыгнули. А эти 3 куда? У меня 4. Нельзя их смешивать с другими, понимаете? 6. Значит, надо 3, чтобы как-то попали. Как-то попали 3. А я себе не представляю, как. Ну, 6 я... Раз, тут еще 3 места для них есть. А, помню, прыгаем вот этими. Убьем, так убьем. Я как-то сейчас вообще не думаю. Не думаю. Играю так. Вот, ладно. 6. Теперь нужно 3, а потом 2. Вот эту спасаем сюда. Сейчас сделаем 3. Да, в принципе, это был верный. Я, знаете, так не подумал. Взял просто и... Так, наугад. Наугад я ими прыгнул. И все. 3, а вот 2 овечки. То есть мы сейчас пройдем уровень со всеми звездочками, понимаете? Ура! Следующий уровень.
Мне нравится, что здесь такая веселенькая музычка. Так, смотрите, появляются какие-то новые персонажи. Волки. Волки прыгают на овец. Овцы куда-то прыгают на овец, приземляются и выбивают, что ли... Ну, сейчас посмотрим. Не совсем понятно по рисунку. Это уже 8 уровень. Что у нас тут? Волки. Давайте это будем сейчас тестировать. Нам нужно 2 овечки. Допустим, 4 прыгают к волкам. Что произойдет? Они их съедают. Ом-ом-ом. Новое достижение. Ом-ом-ом. Нормально. А что дальше? Съели. Хорошо. И тут можно ом-ом-ом сделать. Смотрите, а если сейчас на них кто-то прыгнет? То есть мне надо 2 туда посадить. Вот 2. А сейчас сделаем ом-ом-ом. А, они наедаются, и они вас не трогают. То есть вы по-любому овец тоже на них съедите. 4. Но у меня здесь 3 осталось. То есть это, в принципе, 4, а здесь 3. Подождите, они тоже могут прыгать? Непонятно пока что мне, как это работает. Но им как-то тоже можно... Но они не хотят выпрыгнуть, потому что они внутри, они не могут вылезти. Мне надо 4. Это уже уровень будет не пройден. Пробуем еще раз. Первый... Мне надо как-то их скормить, да? Этих накормить голодных. Вот этих, наверное, тут очень много овец. Скорее всего, вот этим надо накормить. Вот. Если мы прыгнем сюда, вот здесь будет... Раз, два, три. Раз, три, четыре. Вот, по идее, это был правильный ход. Там, где было больше всего, их туда... Вот сначала вот 2, вот мои 4. Волки все сыты. И овцы целы. Ха-ха. Так, 1, 2, 3, 4. Все. И вот здесь, получается, они тут все сыты. И вот мои 4 овечки сейчас тоже дойдут до плота. То есть вы поняли, что игра, по сути, такая, требует немножко напрягать как бы мозг, да. Это 9 уровень. Что у нас здесь? 1, 5, 1, 3, 5. Ну тут много овец. Тут надо как-то одно. Мы можем как-то спасти одно. 5 овец. Ну вот здесь 5 можно уже погрузить как бы. Но я думаю, что это неправильное решение, но тем не менее. Теперь нужно одну. Чтобы здесь постоянно у нас одна находилась, вот это вот надо их всех скормить. Получается, да? Вот одна. Подождите, ошибка. Почему ошибка? Что пошло не так? 1, 2, 3, 4, 5. Вот. 1, 2, 3. А, их тут 6. Получилось, их тут 6. Ладно, будем разбираться. Вот 5. Но я сюда не допрыгну никак. Как-то странно немного. Смотрите, если я вот так сделаю, наелись. А если вот так, что будет? Все тонут. То есть, по сути, мы можем двигаться только вот так. Вот это, вот так вот. И вот... А здесь надо подсчитывать по одной овце. 1, 2, 3, 4. Нам нужно одну как-то овцу сюда как-то перепрыгнуть. Одну мы можем сделать овцу либо так, либо вот так. Давайте вот так пока сделаем. Они не наелись. Они не наелись. Ого, надо человек накормить. 4 надо их накормить 4. А значит, вот этими и покормим. Почему бы нет? Подкормим. Только мне теперь нужно как-то... Одну. Опа. Это надо сделать одну овцу. 5, вернее. Ну вот тут... Вот тут будет 5 и все. А потом 1. А потом 3. Ну тут никак не будет. Что-то я путаю, ребятки. Давайте думать. Сначала нужно погрузить 5. 1, 2, 3, 4. Тут... Надо их сначала накормить их всех. Давайте там, где больше всего. Риснем этим. Накормили. 1, 2, 3, 4. 4 овечки. И вот тут 5 есть. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Теперь 1. Но опять-таки, как вот тут вытащить? Как одну отсюда вытащить? Ну вот, хорошо, одна есть. А 3? Вот, а 3 не получится у меня. А тут даже крестик мы почему-то нарисовали. Что-то я опять с математикой совсем, ребята, плохо, честно говоря. 3.
5 нужно. 3, 4, 5. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Как раз этого не пройти? Надо 5 овечек, 5 овечек. Думаем, думаем, думаем. Надо сначала их всех накормить. Мы это уже поняли. Давайте попробуем так все-таки. Накормим. Накормили. Дальше что? Раз, два. Вот этих. Сюда будем собирать 5 штук. Раз, два, три. 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну и что? Тут 6 позиций. Мне нужно что-то как-то 4 сюда принести. Как-то что-то поправить туда. Ребятки, как-то не так. 4 мы этих кормим. 5 овец, как же 5 овец сделать? 1 2 3 4 1 2 4 5. Так не прыгает на смысл. Ну вот тут съели и одна осталась. 1 2 3 4. Как этот уровень пройти? Это очень сложно. 1 2 3 4 5. Вот 5 есть. Теперь нужно 1, а потом 3. Как это сделать? Как отсеять? Сделать именно 3. Раз, тут их 4, 5, 6, 7 целых. 7, Карл. Ну, одно я сейчас сделаю. А 3? Ну, вот одно я сейчас сделаю, я вечу. Наверное, этот уровень будем пропускать. 1 2 3 4 5 6. Тут одну могу сделать. У меня 6 овечек. Мне надо как-то сделать 3 как-то из них. Одну могу сделать. Я себе не представляю, как что-то такое. Конец, финиш. Ну, ладно, убивать их не будем. Как бы одной звездочки не получил. Напишите мне в комментариях, если вы знаете как. Давайте еще один уровень пройдем. 10. Так, тут уже без волков. 4, 3, 2. Ну вот есть 4. 3 есть и 2 есть. В принципе, здесь не должно быть ничего сложного. Вот тут их 5. Вот надо сначала 4 сделать. Делаем 4. Сделали 4. Тут одна. Одна овечка бедненькая. Вот. Это намного, мне покажется, уровень проще, чем предыдущий. Потому что здесь я как бы уже вижу, где как что использовать. И мне как бы... все-таки... Вот и все. И мы на 3 звезды выполнили задание. 3. И вот на 2 звездочки получается все, мы прошли уровень. На 3 звезды. Ха-ха! Очень просто. Изи, я бы даже сказал. Но вот с волками мне тяжелее. Ого. Подождите. Как это понять? 5 волков, 3 волка и 4. Надо их тоже как-то садить. Тоже надо спасать. Смотрите, 5 волков. 5 есть. Прыгаем, допустим, сюда. И он когда скушает, он не может прыгать, что ли, уже? Еще один нужен волк. Ого, вы поняли, как это уже сложнее? То есть волки отсеиваются, но занимают клетку. О-о-о-о-о-о-о. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Мы сейчас просто-напросто всех волков накормим, и не смогут больше прыгать. Мы можем здесь
4 волка сделать, а нам нужно 3. Поняли? Нам нужно 3. То есть, нам нужно 3 волка. Ну тут, значит, а волки никак не могут между собой взаимодействовать, некуда прыгать. Блин, это вот так, что ли? Вот, у нас есть 4 волка. А если волки на волка прыгают? Помирали все волки. Но это не получится, скорее всего. Ну, 3 волка сейчас будет, а мне нужно 4. А они не прыгают, потому что они жирные, не наелись. Еще 2 волка надо. То есть тут уже, ребята, сложнее уровень. Но если вам нравится эта игра, я запишу обязательно ролик еще. Будем еще проходить. Может быть, вернемся обратно, потом ту звезду добьем. А сейчас я хочу нажать, попробовать на паузу, выйти в меню, посмотреть свое прохождение. 9 уровень, видите, у меня только 2 звезды. То есть будем потихоньку, если вам эта игра понравится, еще проходить. И добавим еще одну звездочку, что на 9 уровне обязательно, потому что это не порядок, что у меня везде звездочки по 3, а на 9 уровне всего лишь 2. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте возле лайка там поставить еще, нажать на колокольчик, если не хотите пропускать видеоролики. Ну и все, с вами был Ниломок. До скорых встреч, пока-пока.